Вот это и есть диалог блокадников. Ну да, выходили все с посидевшими висками, ну, за исключением, может быть, Алены Чугуновой, которую я сейчас и приглашаю на сцену. Потому что поаплодируйте ей. Она вам уже доставит сегодня много удовольствия. Она сегодня у нас уже, поймете, что весь вечер на нашей сцене. Вот и, значит, подоспел, наступил мой черед. 120 лет не мне, я не доживу. Сергею Александровичу Есенину. А вдруг? А? А вдруг? Все бывает. Стихи поэта согревали и помогали выжить многим и на фронте, и в блокадном Ленинграде. Об этом я даже написал повесть, которая опубликована. И вот мы предлагаем с Аленой Чугуновой вам песенный фрагмент одного из самых первых спектаклей театра родом из блокады, который вызвал большой резонанс, успех, споры, и который назывался «Есенин и блокада». 20-летней уже давности время летит. Фрагмент из этого спектакля. Небольшой музыкальный фрагмент. Я Есенин. Мне грустно на тебя смотреть. Какая боль, какая жалость. Только ива вная медь, нам в сентябре с тобой осталось. Чужие губы разнесли твое тепло и грегет тело. Thank you.
коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо. Sure.